слов. Встречается вот она еще одна четверка смельчаков, которые сейчас будут бороться за самую лучшую тройку. Еще раз, это Влад Забит, Виталий Дропаха, Артем Гаврилов и Константин Козлов. Ждем вас на этом фанбоксе для приветствия. Итак, еще раз повторюсь, вот они, Влад Завиш, Виталий Дропаха, Артем Гаврилов и Константин Козлов. Запомните этих ребят, эти имена у вас еще не раз будут на шкафу. Итак, ребят, расходимся, что у нас там 4 минуты в наличии. Насколько вы помните, джем-сессия прямо сейчас за большой и солидный куш на лучший трюк поставленный сегодня здесь. Итак, время заведено, 4 минуты, начинается прямо сейчас. Итак, кто же у нас первый? Влад Завиш, я так понимаю, уже врывается первый. Задает транс все четверки. Отличный ноу-пут через фанбокс. Бешеный выезд в квотере, но он напоминает, что это не попытка. Вы не должны сейчас просто кататься, вы должны собраться силами и зафигачить такой трюк, от которого у всех челюсти просто отвиснут. Итак, Артем Гаврилов тем временем открывается на баник на мэнл. Ай-яй-яй-яй, какая-то поражающая своей сложностью и техническую линия. Итак, очередь переходит к Константину Козлову. Все внимание сейчас приковано к тебе, что же это будет за трюк. 360 вип идеально чисто, но у вас остается еще целых 3 минуты. Я так понимаю, одним обычным трюком Константин Козлов ограничиваться не будет. Итак, где же у нас там еще Виталий Дропаха должен был выйти сегодня? Сейчас ушел, к сожалению. Жалко, жалко, жалко. Ну, пацаны, вам больше времени. Итак, вот он возвращается к Владу Завишу, насколько я понимаю, и ноу-футом он не будет ограничиваться, и у него есть какой-то очень-очень хитрый план. Может быть, хитрый самый был. Ноу-фут парки через фанбокс очень сильный трюк и еле выживает во время огромного эйра в квотере. Я так понимаю, следующим трюком будет барский ноу-фут на барске, кто знает. Итак, кто уже у нас еще? Артем Гаврилов у нас переместился в стрит-зону. Мне кажется, в стрит-зоне ребята не позволяют ему кататься, и поэтому очень возвращается у нас Константину Козлову, всех остальных ребят, райдеров с самокатами. Большая просьба освободить все фигуры парка, также и в стрит-зоне, чтобы вы не мешали нашим участникам. Парень, быстрее. Итак, когда имеется и... 350 VIP, попытался на Баркин, и не знаю, будет, не будет, посмотрим за оставшиеся полторы минуты. Итак, кто у нас следующий райдер? Константин, прошу прощения, Константин Козлов, Артем Гаврилов. Пацаны, большая просьба освободить фигуры парка, находящиеся в стрит-зоне. Итак, какой же трюк у нас задумал Сергей Гаврилов? Я прошу их уйти очень сильно и настоятельно. Мне кажется, можно было использовать и другую фигуру для своего мастерика. Так, так, ходов уйма, ходов уйма. Так, запрыгнул на мэнл, на ступеньке едет, продолжает на мэнле. Пока на этом линии заканчивается. Очень возвращается, так я понимаю, к Константину Козлову, у которого остается на всех одна минута. 360, и паспер, ой, ну как ножка сорвалась, ну как сорвалась. Я уверен, что вы еще успеете, пацаны, по одной попытке сделать какой-нибудь трюк. Итак, Влад Завиш, еще какие-нибудь ноу-футы или, может быть, еще что-нибудь того рода? Понял. Костя, остался ты только, и Гаврилов, Артем. Итак, что у нас по трюкам? Сёма топит, большая польза, пацаны, не кататься в стрит-зоне, не мешать райдерам, не мешать райдерам. Все, все, теперь свободно для тебя, мэнл, 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 бесконечный мэнл, мэнл бесконечный, ванэйти на тэп, на тэп, на тэп. И Кавка Прайма пытался в одну ногу, с такой высотищей, вы только посмотрите. Но времени сидения у тебя не будет дополнительно, 360 вип, ну... Как ножки срываются, к сожалению, пацаны, ваши 4 минуты истекли, и я приглашаю сюда следующую четверку. Филипп
Харламов, Дмитрий Краснов, Максим Циврев, Вова Гриценко и Юрий Штырь.